вот мы, короче, в Красноярске. Вечером приехали. Плохо, да, вокзал не видно. Нас выпустили на другую сторону. Ну вот, я так понимаю, здание вокзала красивое. Большое, но... На виадук тоже что-то побоялся забираться, потому что там турникеты, блин, можно было туда залезть. Вот, по лесенке. Но не факт, что меня что-то назад бы пустили. Поэтому уже не стал залазить. Ладно. Виды зато города красивые поснимали. Лёха, тебе персональный привет из Красноярска. Напиши, если что-нибудь на видосиках знакомое увидишь. В общем, практически четвертые сутки на исходе. Если по Владивостокскому времени брать, то вообще уже ровно четверо суток практически прошло. А, ну через час будет. Долгая стоянка здесь будет. Правда, не самая долгая из всех. Думали, подольше будет, около часа. Но нет, 37 минут все стоим, по-моему. Где там бег? Что-то был рядом, куда-то смылся. Кстати, что интересно, здесь тепло. Мы возле Байкала, когда были, там уже по ночам прям дубак, можно сказать, по нашим приморским меркам. А здесь вот время почти 9 уже. Это уже, собственно говоря, 9. А тепло достаточно. Так что вот, Красноярск, теплый город. Так, сейчас минуточку внимания. Опа, кто здесь у нас? Здорово, короче. Привет, Красноярский. Ставьте лайки, подписывайте на канал. Вот смотрели, ставьте лайки. Колокольчик еще. Да, колокольчик. Нам ехать еще неделя, надо. А, комментарии напишите, вот кто знает Красноярский. Ты снял его туда? Да, да. Снял вокзал. Ну, блин, крышу его. Но вокзал явно красивый, но, блин, не получилось. К сожалению. В общем, вы слышали, человечка? Подписывайтесь на канал, лайкосики с вас, комментики, все, что кого. Вы все сами знаете. Колокольчик, все дела. Все, до связи. Четвертый день путевых заметок.